Всем привет, дорогие друзья, с вами Бадди, мы продолжаем с вами проходить игру под названием Horizon 3. Титан Лорд, это у нас уже 13-я часть прохождения, ну что, ребята, мы продолжаем. Давайте мы направимся в Каладор сразу же. Так вот быстрее. Мы должны, короче, помочь этому челу там с наследством, всякое такое. Ну, вы, наверное, помните. Сейчас посмотрим. Я хочу... Что ты хочешь? Так, изучить удачу оружия. Покажи мне, как повысить выносливость Ну-ка. В ближнем бою. Хорошо. Прочную кожу мы улучшили, отлично. Поговорим позже. Некогда. Так, сейчас с Элдриком поговорим. У тебя есть для меня задание? Хочешь быть полезным? Дай подумать. В востоке, по другую сторону ущелья, с лавой, есть маяк. Мы зажгли на острове много зеленых огней. Но маяк построен так, чтобы его было видно издалека, а мы как раз про него и забыли. Если зажечь зеленый огонь на маяке, он будет виден за много... Если ты знаешь, как перебраться через лавовое ущелье, можешь зажечь огонь на маяке. Я зажгу огонь на маяке. Хорошо, возьми этот порошок. От него пламя зеленеет. Используй его только в маяке. Порошка хватит на один раз. Не забудь собрать дерево, а то не из чего будет разводить костер. Понял. Зеленое пламя. Где найти древесину для зеленого огня? Чтобы зажечь зеленый огонь, нужен особый вид древесины. Горит она не зеленым, таким пламя делает порошок, но с этой древесиной пламя не погаснет и через несколько часов. Тебе нужны древние деревья, которые растут на болоте рядом. Болотные пары и газы пропитывали их древесину долгими тысячелетиями. Если ты найдешь 6 кусков болотной древесины, они будут гореть практически вечно. Ага. Можешь... И что? Я не настолько хорош. Ну ладно. Это гордость Каладора. Сердце сопротивления. Даже просто стоя в этих... Я... Что ты... Танец с клинками. Ладно. Я чувствую. Сохранение. В нас. Это юго-запад, это те, где, типа, где? Так. Нужно, короче, сюда, да? Там болото, наверное, туда. Угу. Ну-ка, давай. Поиграем. Просто осторожнее, я могу сделать тебя в сухую, но если ты победишь, получишь очень необычную награду. Кинжал для жертвоприношений. Его владелец будет метать ножи без промаха. Ну, да. Ну-ка. Есть. Ты честно победил меня. Я уж было обрадовался, а ты тут взял и победил. Вот, этот кинжал вместе с золотом твои. Давай в следующий раз снизим ставки, а не то я разорюсь. Топор, ритуальный нож. Так, это моя новая коллекция, что ли? Займемся армией. По рукам. Ну-ка, это что-то мало.
Ладно. Слабак. Ты честно победил меня. Вот награда. Займем. Это долго будет. Очень долго. Ты че? Вот. Нет, это слишком медленно. Надо еще не забыть задание выполнить Дрейка. Насчет гра... Я передам... И? Как он... Она была счастлива. Неужели? О, я вернусь, как только закончусь. На твоем месте я бы не тор... О, у нее есть и хорошие качества, поверь. Пока ты не ушел, держи алмазное точило, я человек... Спасибо. Я бы без него с места не сдвинул. Да, я знаю. Сделал... Именно. Алмазное точило? Ни хрена, подожди. Колящее оружие? На... Грейс попросила... Что? Письмо от Грейс? Это лучшая новость за день. Ты меня в кузницу. У меня есть... Давай! Чему? Мне бы хотелось наносить больше критических ударов. Хорошо. Угу. Рапира мага. Изумруд, где мне найти изумруд, а? Пока. Я хрен знаю, где изумруд купить. Блин. А вот, чему ты должен научить меня? Я хочу быть охотником на демонов. Начинайте церемонию. Хорошо. Но ты должен быть уверен. Если ты станешь охотником на демонов, ты не сможешь потом примкнуть к иной фракции. Загляни в свою душу еще раз, и лишь тогда прими решение. Уверен. Я хочу стать охотником на демонов. Начинайте церемонию. Хорошо. Время пришло. Я созову всех остальных. Мы собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать нашу встречу под крышей цитадели. Многие покинули нас. Их судьба лежит за полем боя. Тем не менее, их смерти не будут напрасными. Вы, бесстрашные темные воители Каладора, вы родились, чтобы отдать жизни во имя Древнего Завета. Пролитая кровь должна быть... Разрушенные стены должны быть отстроены, потому что наши новые соратники принесли всем нам надежду. Посмотрите на них. Гордые, сильные и решительные. И я спрашиваю вас, готовы ли вы выступить против легионов теней? Мы готовы. Мы готовы. Да будет так, служители Древнего Завета Каладора. Вы... Последний оплот человечества перед кромешной. А теперь...
Пусть великие огни Каладора всюду выжгут тень, темные воители Каладора. А ты? Тебе нужен большой корабль. Найди воина по имени Кейн. Он ходит на фрегате в Железном заливе. И убеди его сразиться на нашей стороне. Ты теперь охотник на демонов. Может быть, он тебя послушает. Разведчик. Я таким стал? Ни хрена себе. Ё-моё. Капец. Это жестко. Так, погоди. Ноги. Ну ладно, оставлю так, ладно. Он тоже типа стал таким? Ни хрена себе. Отлично. Мы живем в трудные времена. Мы должны сражаться вместе. Я присоединился к фронту. И ты выбрал. Надо сказать, я рад, что ты выбрал. Не думаю, что ты пожалеешь. И что нам теперь? Теперь поговорим про твою... Чем нам поможет гримуар? Там есть запись о ритуале вызова духа. Мы сможем привязать дух из царства мертвых к живому телу. Эти безумцы дали зомби разум. Странно, но именно так и сказано. Бедолаг, представь. Просыпаешься ты и понимаешь, что привязан к собственному гниющему трону. Я даже врагу такого не пожил. Если этот ритуал работал прежде, то тебе он точно... Что, если другая часть моего разума возвратится из царства мертвых? О, нет. Думаю, мне сначала надо понять, что все это значит. Ладно, поговорим позже. Обдумай все как следует. Это что такое? Что за клип? Обряд духа? Ха-ха, третья глава, бой. Вот я красавчик какой, а? Обряд. Да, это моя последняя надежда. Почему у него все штаны, типа, нормально с этим? Ну ладно, похер. Он таким же стал, как и я. Капец. Ну, давай, покончим. Мудрое решение. Древнейшие знания Каладора пока еще не разочаровали меня. Что нам нужно для твоего обряда? В гримуаре упоминаются чары, что способны привязать твою душу. К сожалению, само заклинание здесь не описано. Но сказано, где точно его можно найти. И весь обряд должен проводиться вместе, полностью защищенным от воздействия магии вне. Чтобы отворить это заклинание, нам также понадобятся три могущественных чародея. Чему ты можешь? А что ты хочешь?
Ты могуществ. Да. Я могу помочь тебе. Однако, моя работа в Каладоре все еще не закончена. Тени еще угрожают нам с другого берега. Мы должны напасть на них и покончить со злом на острове. Как ты собираешься перейти через лаву? На той стороне есть телепорт. К сожалению, он не от... Я могу построить мост, сотворив волшебную паутину. Как ты это... Если активировать все телепорты по эту сторону потока, я смогу использовать их при помощи этой силы. Я сумею переместить одного или двоих человек через... Ты раньше уже... Нет, но это... Но прежде чем я попытаюсь, нужно активировать остальные телепорты. Все прочее всего лишь... По поводу обряда... Ты не знаешь, где мне искать заклинания для обряда духа? Один из темных воителей изучал такие заклинания. Мы могли бы найти записи в его обитель. Ну хорошо. А где именно это нах... Он проживал на восточном берегу лавового потока. Там ты обнаружишь руки. Я... Ты говорил о месте, которое защищено от магии. Да. Это серьезная проблема. Есть легенда о древних существах, которые умели создавать сферы, куда не проникала магия. Но эти знания давно утеряны. Даже самые старые из темных воителей Каладора ничего об этом не... Это как прогулка по парку. Твое право. Значит, я должен найти древнее существо? Да. И оно должно быть еще живо, чтобы оказать нам путь. И оно должно быть стар. Древнее. Даже старше повелителей Титан. Оно должно было видеть рассвет и закат самых первых цивилизаций этого. Оно должно быть свидетелем самых первых дней. Ладно. Хорошо. По поводу... Где мне искать это древнее... На одном из островов в морях Ю. А ты не мог бы говорить конкретнее? Возможно, тебе стоит осмотреть древние храмы Тузе. Это самое старинное строение в этом районе. Если такое создание еще существует, ты сможешь найти хотя бы неприметные следы его присутствия. Маги – могущественные чародеи. Это правда. Но в последнее время они слишком увлеклись изучением магии. Это сильно ослабил. Лишь самые могущественные смогут помочь провести об... И кто бы это мог быть? Несомненно, наиболее могущественный маг — это Захария. Попроси его помочь. Как насчет одного из шаманов-туземцев? Это хорошая мысль. Жрецы Вуду — большие специалисты по миру духов. Я думаю, Чани — самая могущественная колдунья Вуду. Она дочь великого вождя местных туземцев. Найди ее. Нам понадобится... Я помогу тебе сражаться с тенями на... Ты действительно хочешь перенестись через лавовый поток? Похоже на то. Мои слова настолько убедительны. Все будет. Спасибо, что ты не отказал. Тебе понадобятся камни телепорта, чтобы активировать все порталы на Каладоре. У меня есть камень телепорта. Но он понадобится для портала на другом берегу лавовой. Я отмечу на карте, где находятся телепорты. И где ты сможешь найти активирующие камни. Вот. Такому, как ты, будет достаточно просто. Все телепорты в Каладоре активированы. За исключением одного, который находится на другом берегу лавовой. Нужно много энергии, чтобы перенести нас на то. Давай начнем. Нам нужно перебраться через поток лавы. Не стоит ждать, пока тени нанесут нам еще больший вред, чем есть сейчас. Иди за мной. На месте я подробно объясню тебе принципы работы этих процессов. Ну давай, давай. Настало время мне вернуться в мир и занять свое законное место. Тебе их не спасти. Нихера себе, вот. Иди он. Же! Я жду!
некролог. Приготовься. Я перенесу вас всех туда. Я хочу посмотреть на это, давай. Интересно. Начинай. А, нихера. Три, да? Отлично. Давай соберем здесь остальных воинов. Пора, друзья мои. Сегодня мы узрим, на что вы способны. Услышьте зов темных воинов, чтобы не сгинуть во тьме. Осталось ждать недолго. Враг скоро явится. Возьмите оружие и прогоните зло туда, откуда оно посмело явиться. А. Этим гадким созданием нет числа! Забрал мою эту тварь. Опыт забрал. Есть мой опыт, нахуй. Только мой опыт, мой. Да блин, опять. Возвращайся в свой мир, демон. Я теперь... Отлично, очень хорошо. Я рад, что нас становится больше. Нам нужна свежая кровь. Так, кроме теней у нас на Каладоре водятся и друг... Ты о ком? Самые грязные твари, каких можно представить. Мародеры. Знаешь ли, зеленые огни привлекают... Так, погоди, я сохранюсь. Так, вот мы находимся с вами здесь. Это середина точки, можно так сказать, да? И куда же они направляются все вместе? Опять долбанные тени. Ни хрена себе. Это четенько. Мне нравится очень. Такое перемещение классное. У меня нет мяса. Свой мир, демон. Так, погоди. В нас же... А что под... Заклинание для твоего обряда духа находится в развалинах. К югу от... Ты движешься на юг, а мы выступим. В этих краях немало приспешников теней и прочих бестий из царства. Я полагаю, их властитель находится на севере. Особенно злой владыка теней. Он сеет семена смятения среди жителей нашего кола. Мы должны сразить его, пока он не причинил больший вред. Просто скажи мне, когда тебе понадобится, мы будем ждать. Хорошо. Пошли. Давай. Хорошо. Но будь настороже. Мы должны прикрывать друг другу. Опасность таится за каждым углом. Идем вперед. Будем держать. С него владыка? Че, уже что ли? Не, погоди, не-не-не. Не сразу так. Погоди. Давайте их убьем сейчас всех, твари. А что у меня еще есть со снаряжением?
блин, я ничего не успеваю делать, нахуй. Твари. Это мой, нахуй, мой. Эти твари, да блин, мой паразиты. Был. Твари. Я впечатлен. Мразоты, а. А что у меня еще есть? Ну ладно. Больше никаких способностей нет, да? Жалко. Хорошо. И не бойся запачкать. Лучше твой меч в их груди, чем торчащий. И где мне искать? Я не знаю, где они прячутся, но знаю того, кто знает. Ты про владельца таверны? Трэвиса? Да, он обо всем. Я уверен, что эти подонки заходили к нему выпить для храбрости. Да, он точно сможет помочь. Поговорим. Так, ладно, Мейсон поговорил. Я чу... А что, заклина... Ты... Это я говорил с ним? Так, это потом, 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 потом. Поговорим. Ну, что я хочу сказать? Ладно, давайте... Серия это будет короткая. Потому что у меня, короче, дела появились. Давайте, ребят, на этом я заканчиваю. Спасибо, что смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Благодарю всем, пока за серию будем продолжать.